Оперативные службы Урая готовятся к предстоящим выборам президента. Полицейские обследовали каждый из 20 избирательных участков города. Нашли небольшие несоответствия противопожарной безопасности, а еще дали собственникам четкие рекомендации. Итогом подготовительной работы стали учения. Именно репетиция помогает отладить взаимодействие разных структур. По сценарию на избирательный участок заявился дебошир, после чего по помещению распространился запах гари. Хулигана задержали, условный пожар потушили, а всех пострадавших вывели с участка. На все это оперативным службам понадобилось не более получаса. Организованная эвакуация населения, удаление всех лиц, которые могут пострадать от пожара, перекрытие дорожного движения, значит, а также охрана бюллетеней, которые иной документации предназначены для выборов. Было привлечено 10 сотрудников дорожно-патрульной службы для организации дорожного движения в районе данного избирательного участка. Также спасательные формирования и расчеты пожарной части 71 для тушения пожаров.